Ну, наконец-то я подобающе выгляжу тому, где я живу. Сегодня среда, но все перемешалось. Поедем смотреть, как Ариэль катается на лошади. У нас последний день перед каникулами, поэтому у нас будет что-то типа утренника. Каждый приносит какие-то закуски или десерты, и мы решили нашего преподавателя поздравить. Она скоро еще, кстати, станет мамой во второй раз. Поэтому вон полная машина мешков. Жду своих помощников, чтобы нести всю эту школу. Опа. Вот они, мои канапешечки. Для мусора. Но зато мы будем очень это... Самое то. Да, нас никто не узнает. Свой, как труп. Блогер это, а? Хоба. Они подумают, что мы с мусорным мешком пришли. А я даже скатерть купила. Да вообще. Ну ты даешь. Видите, смотрите, торт у меня какой получился. Но он наш такой, его никто не оценит, конечно. Это медовик, да? Какой огромный и вкусный. Ну, я да, ни разу я... домашний медовик не ел. Я по самой большой крышке делала его. Класс. Я всегда с собой беру видеокамеру. Давайте, ребята, мы уже опаздываем. Ты смотри, а? Ну я вас знаменитостями сделаю. Давай мы только статьи сначала. Я не могу это не заснять. Ой, ребята, я не могу вам передать эту радость от того, когда можно просто подурачиться. У нас сегодня на зумбе Крисмас-пати. И я, конечно же, не упустила возможности нарядиться в красно-зеленый и сделать себе звездную корону. Я готова выпрыгнуть из своих штанишек, потому что я еду на Новый год домой. Когда ты супер excited, чтобы поехать домой, ты приезжаешь в аэропорт за 4 часа. Сердечная, неповторимая, вечная, вечная, ее давно ищу. Смотрю,
всего из того, что ожидается в ближайшее время. Года! Ехит года! Купили товаров много. Такую девочку присмотрели. Тоже хотим взять с собой. Я кукла-робот. Я кукла-робот. Хоть в последний день погоды. У нас пар нет, поэтому пары туда. Мешает людям. Подальше, подальше. Туда, туда. От меня сейчас все отпишут, что надо спешить. Спрашивают, не нужен ли мне муж. Что, если вы путешествуете турецкими авиалиниями, то у вас есть отличная возможность воспользоваться бесплатной экскурсией, если трансфер между вашими рейсами составляет более 6 часов. Так вот и я. Сейчас нахожусь в Стамбуле, потому что я лечу обратно в Брюссель. Мои каникулы в Казани закончились. Всего они предлагают 2 экскурсии с 8 до 11 и с 8 до 3 часов. Если вы попадаете на экскурсию до 3 часов, вы можете погулять по городу, а экскурсия с 8 до 11 предполагает только автобусную экскурсию. Но нам повезло, так как у нас было больше человек, чем уместилось в один автобус, поэтому нас тоже привезли и дали час погулять по самым известным местам в Стамбуле. Я не знаю, что 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 я не знаю,
Нам дали совсем немного времени, но даже этих пару часов достаточно, чтобы понять, что сон был прекрасен. Ни одна моя путешествие не обходится без счастливых китайцев. И еще очень повезло с погодой. Плюс 14, представляете? Je peux souffler. Wouhou!